За необоснованные суммы в жировках предлагают наказывать рублем. Тысячи жалоб по этому поводу приходится рассматривать ежегодно. По данным контролеров, бывало, что в расчетные листы вносили членские взносы, плату за ремонт лифтов и даже штрафы, назначенные руководителем жилищных кооперативов или товариществ собственников. Сейчас предлагается за дополнительные сборы без согласия жильца ввести административную ответственность и закрепить ее законодательно. В Министерстве ЖКХ многие инициативы поддержали. Министерство жилищно-коммунального хозяйства, конечно же, полностью поддерживает этот законопроект, поскольку данная новация закона позволит поставить дополнительный барьер между тем беззаконием, который мы иногда зачастую видим, в том числе путем анализа обращений граждан, которое случается в организациях, которые производят начисление платы. Особенно это характерно для товариществ собственников, для организаций застройщиков. В частности, в городе Минске достаточно много таких случаев. В случае нарушений штрафов не избегут ни государственные жилищно-коммунальные организации, ни товарищества собственников.